Добрый день всем. Буду сейчас приветствовать всех, ждать, пока все соберутся. И напоминаю, что сегодня будем делать разворот для альбома. Сейчас лежит разворот, который мы начали делать, наверное, почти 2 месяца тому назад. Его идея была такая, чтобы сделать из фактически обрезков, что осталось под рукой. А сегодня уже попробую немножко добавить подготовки, покажу, что я приготовила, и будем творить разворотики. Так, всех приветствую, кто присоединяется. Как настроение осеннее у всех? Надеюсь, хорошая погода, у нас 20 градусов. Разворот у меня в прошлый раз был такой, наверное, летний. Сейчас будем делать на осеннюю тему. Какие-то будем использовать похожие элементы, смотреть, как можно их обыграть для осени. Но в целом думаю, что покажу вам пару интересных моментов. Пару минуточек еще жду и, в принципе, приступаю. Значит, в прошлый раз я говорила о том, что буду делать, размер у меня был набор бумаги Craft Paper 20 на 20. Я показывала, как можно обойтись, в принципе, 2 листами. Сегодня я буду использовать набор, это, по-моему, прошлогодняя коллекция Craft Paper «Золотая осень». И у меня, к сожалению, нету набора 20 на 20, поэтому буду использовать листы из большого набора, но подгонять их под вот этот прошлый размер 20 на 20. И покажу, что можно сделать с такой большой, в принципе, бумагой, как ее тоже обыграть, сильно не разрезая. Не знаю, успеем ли мы сделать именно 2 разворота сегодня. Ой, не 2 разворота, а 2 страницы. Но, по крайней мере, попробуем, потому что в прошлый раз, в принципе, успели. Я не все, может быть, фиксировала на клей. По крайней мере, показывала вам раскладку. Думаю, что в этот раз, наверное, по такому же принципу буду делать. Итак, я уже подготовила листы. Сейчас я вам покажу. Я взяла вот это 2, в принципе, одинаковые листы, но буду использовать их разную часть. Я уже обрезала низ, то есть у меня остался вот обрезок 20, что 20, до 20 сантиметров подогнала, а боковую часть не трогала, оставила. И, в принципе, думаю обыграть это как? Использовать все-таки немножко разный фон, но поиграть вот с этими боковыми частями. Из тех, кто присутствует сейчас на эфире, можете мне ответить, хорошо ли видно, слышно, потому что у меня как-то затемнился экран, и я не уверена, все ли вам хорошо видно. Попрошу вас ответить. Итак. Смотрите, какая у меня идея. Прошлый разворот мы делали, он был такой летне-весенний. По-моему, это была весенняя коллекция. А лето, можно сказать, пропустили, но я потом к нему вернусь. Сегодня все-таки осень на дворе, поэтому хочу сделать именно осенний разворотик. И вообще подумала, что мой альбомчик будет состоять из таких, как бы, 4 времени года, и добавлю, наверное, 2 разворота на такое какое-то межсезонье. Ну, по крайней мере, у меня такая родилась идея, и вот я надеюсь, что буду следовать ей. Так, смотрите, значит, что я выбираю. Вот был лист, еще раз повторюсь, я обрезала нижнюю часть. И... Да, мне вот тоже кажется, что почему-то немного темно, хотя до этого было светло. Сейчас я подумаю, может мне поставить отражатель какой-то, почему так произошло.
Сейчас я попробую изменить, может быть, угол наклона. Хотя это не очень влияет. Ну, сейчас я быстренько оперативно приношу тогда лист. Может, он изменит ситуацию. Насколько вот отражатель ничего, ни на что не влияет. Нет, не хочет менять. Ну, будем надеяться, что потом ситуация как-то изменится. Я уже не знаю, как камеру повернуть. У меня вообще тут довольно светло. На всякий случай оставляю. Итак, на чем я остановилась? Сейчас, секундочку. Значит, выбираем основу для альбома, фоновый лист. Я думаю, что я использую вот этот вот лист и его вот эту часть. У меня она должна будет просматриваться, значит, здесь я делаю загиб на бумаге. Помним, что размер страницы 20 на 20. А второй лист, он повторяет этот же лист. Но здесь у меня вот эта часть меня интересует. Так, по-моему, вот это был низ, да, я перепутала немножко. Это был низ, значит, здесь делаю вот такой загиб. А это был верх листа. И я сделаю вот здесь загиб. И смотрите, что получится. Значит, беру свою доску для беговки. Она у меня большая. Значит, мне надо, чтобы вот эта часть у меня сохранилась. Вот это у меня будет таким разворотиком небольшим. Поскольку у меня здесь в дюймах измерения, на всякий случай беру линейку и проверяю вот эти 20 сантиметров. У кого тоже как бы не в сантиметрах беговка, то вы знаете, что часто попадает, что не попадает измерение конкретно в ту бороздочку, особенно в сантиметрах, которая нужна. Поэтому здесь достаточно немного сместиться, и вы попадете. Но вот здесь как раз ровно 20 у меня попадает. Но поскольку мне нужно отложить как бы полмиллиметра на вот эту створку, которая будет открываться, то я обычно делаю чуть меньше, чем 20. Это мне, значит, надо где-то 19,9. Чтобы вот так попасть, я сдвигаю, то есть не в самый упор прикладываю лист, а вот с небольшим таким сдвигом еще раз прокладываю линейку, чтобы попасть в бороздку. Приходится такие вот делать ухищрение, может не полностью, на полмиллиметра этих сдвигаемся, не на пол, а вот первая бороздочка, которая здесь идет. И мне надо вот чуть меньше, чем 20. Главное, чтобы был ровно здесь лист лежал. Чуть меньше, чем 20. И вот так провожу одну и рядом вторую линию. То есть я сместилась. Так, я не понимаю, почему так темно стало. Мне камеру развернуть. Может быть, так будет лучше. Вот этот вот зазорчик оставляем для того, чтобы все-таки здесь будет фотография, будет какой-то декор. Поэтому надо оставить место под это. Я думаю, вы все это знаете, но на всякий случай проговариваю. Сейчас провожу по одной и второй линии сразу же. Если у вас объемный декор предполагается, то тогда, конечно, имеет смысл делать, ну, наверное, на две бороздочки такой сгиб.
Вот такое небольшое расстояние получилось для нашего запасика. И получается, вот эта часть у нас ложится так. Потом вот эта бумага в горошек будет продолжаться на правой стороне. И теперь нам нужно здесь сделать же такой загиб. Можно снова чуть-чуть помучиться с измерениями. Я перевернула лист, чтобы найти это расстояние чуть меньше 20 сантиметров. Можно проверить на этом листике, который мы уже использовали. В принципе, даже так будет, наверное, легче. Смотрите, что я делаю, да. Я вот так со сдвигом делаю. У меня перевернуто. Вот так. И вот так я наметила, где мне нужно это сделать. Проверила, лежит ли ровно лист. И провожу линию сгиба. Так, единственное, что... Я же переворачиваю. Главное не ошибиться. У меня вот так будет. У меня даже 19,5 получилось. Можно попробовать вот с другой стороны. Но это все вот такие мучения, когда у вас именно... Но для меня это не мучение. Я обычно выбираю измерения изначально в дюймах и делаю их. Но поскольку уже размер бумаги был задан 20 на 20, то приходится под него подстраиваться. А вообще вы, наверное, знаете, что если... использовать американскую бумагу, вот такие наборы, которые 20 на 20, либо они называются 8 на 8 дюймов, то у них получается, вот здесь вот сразу восьмерочка, я на нее всегда ориентируюсь, но это 20,3, то есть это чуть больше, да, чем наши 20 сантиметров. Ну, для тех, кому очень важны эти сантиметры, они вплоть до миллиметра могут вот так все измерять. Я обычно на этом не заморачиваюсь. Провожу вот так вот. И еще одну линию намеченную для нашего декора, который будет здесь, фотография. Но, конечно, если делать настоящий такой серьезный альбом, то вот такие вот сгибы лучше делать, конечно, не на скраповой бумаге, а на специальном картоне. Лучше, возможно, наверное, даже использовать такой плотный, знаете, как для пастели картон, бумагу плотную, такую где-то 250 грамм плотности, чтобы вот эти все загибы туда-сюда, они со временем не так быстро придут в непригодность такую, скажем, чем на скраповой бумаге. Но у меня такой быстрый альбомчик, поэтому я не использую никаких спецсредств. Все, убираю пока доску, она мне в ближайшее время не понадобится. И смотрю, что получилось. Значит, вот моя идея. Так, как вам видно, нет. То есть один разворот будет. Одна страница. Левая сторона вот такая. Правая вот такая. То есть они друг друга... Так, наверное, положу, чтобы было лучше видно. Они друг друга вроде бы повторяют, но имеют даже вот здесь вот разные рисунки. В прошлый раз, когда мы делали на прошлом эфире с вами разворот, также обращали внимание, что здесь повторяется рисунок. Вот боковой подбирали его, здесь не повторяется. Но в целом я думаю, что это не проблема. Здесь мы играем вот на вот этих цветовых сочетаниях и таких вот открывашечках, которые будут находиться внутри. То есть как бы из серединки идти, а обычно вообще лучше, конечно, их располагать, на мой взгляд, мне кажется, так функциональнее с этой части. Но мне хотелось поддержать вот эти вот мотивы, поэтому я их расположила таким образом. Вика, привет, тоже тебя приветствую. Итак, приступаем непосредственно к оформлению странички.
Значит, я предварительно уже подготовила кое-какой декор. Декор я делала вырубку. Что-то нашла из того, что у меня осталось с прошлых каких-то проектов. Вот у меня такая коробочка, в которой я обычно роюсь. Из того, что было заготовлено раньше и можно использовать сейчас. Я вот тут покопалась. Вот, вижу по цветовой гамме мне такой листик. В принципе, подойдет. Вот штамповка листиков. Может быть, что-то использую такое золотистое. Это, по-моему, элемент, оставшийся от вырубки, если не ошибаюсь, вот этого ножа Eco Paper. Вот такая. Полувеночек такой. И думаю взять вот это. Вот это может быть вот в таких осенних тонах. Вот это мне понадобится. Но пока не знаю. Тут у меня отштамповка, но смотрю, что очень красивая вот здесь вот. Персикового цвета такая бумажка. Отложу ее. То есть специально ничего не готовлю. Постараюсь больше не резать бумагу. Хотя, может быть, придется. Так, здесь уже. Хотя вот какие-то у меня такие ацетатные высечки. Здесь есть, ну, я буду про них помнить, если что, использую. По-моему, каждый раз откладываю вот эту бумажку, но не беру. Ну, пока что вот так вот, вот это еще возьму. И из того, что я приготовила непосредственно на сегодня, ну, во-первых, сами остатки, которые я обрезала с бумаги. Специально не вырезала никаких элементов, потому что, вы знаете, в каждой коллекции Craft Paper идет лист с вырезалками. Я напомню, я использую вот прошлогоднюю коллекцию «Золотая осень», но здесь были довольно красивые такие вот элементы, но мне, честно говоря, не хотелось их вырезать. Я посмотрю, попробую обойтись без них. Если уже совсем нужно будет как-то спасать положение, то я, наверное, использую. Но в целом я планирую потом из этой бумаги сделать другой альбом и постараюсь сохранить это все для следующего проекта. А сегодня у нас такой немножко из того, что есть под рукой, как бы. Плюс в этом наборе были такие карточки, я их разрезала. Смотрите, какая клевая картинка. Наверное, даже вот сюда ее можно будет использовать. Очень красивая осенняя, вот тут дорога такая. Знаете, наверное, даже... У меня не было никакой идеи, что мы будем делать сегодня, но я думаю, что, наверное, вот что-то это я и использую. Ну, это можно для открыточек осенних, наверное, оставлять. А не для альбома больше. Ну, посмотрим. Пока откладываю, это оставляю. Я подготовила вырубку, которую сделала с помощью ножей Eco Paper. Брала специально такие цвета осени, скажем так. Ну, листики всегда, конечно, будут идти на ура. Я их затонирую. Сейчас покажу вам, как. Вот такая бумага. Очень старенький у меня обрезок какой-то, такой подпробковый фон, как бы. Я из него вырезала часть листиков. То есть они неоднородного такого коричневого цвета. Так, что-то у меня плохо фокусируется все. Попробую что-то с ними сделать. Вот такие из зеленого картона. Веточки ярко-красный взяла, не знаю, его, наверное, нужно будет приглушать, он слишком яркий, мне кажется. И вот снова попробую использовать часть фоновых ножей от Eco Paper. Так, все сливается, давайте вот это уберу, чтобы не отвлекал фон. Значит, вот это на нож, так, как он у нас называется, наверное, сейчас не дотянусь на него, попробую. Их вообще все приготовила, которые я использовала для своего сегодняшнего проекта. Это много ножей. Вот они все.
Ну, я думаю, что вы их знаете, и специально их рассматривать не нужно. Да, спасибо, Вика, батист, все верно. Вот он, этот батист. Универсальный нож. Уже я придумала, как его иначе рассматривать. Можете посмотреть у меня в профиле. И, может быть, пробую вот эту вот филейную сетку, которая мне, конечно, напоминает вышивку. Не знаю, будем смотреть, что сейчас будет получаться. Значит, здесь я, смотрите, не до конца прочистила. То есть пробилось все хорошо, нужно было дочистить, но я по возможности оставляю вот эти все штучки. Мне кажется, они тоже добавляют свою изюминку. Ну вот, раз у меня лежит как бы правая сторона, наверное, попробую с нее и начать. Я хочу, чтобы вот эта картинка так уехала. Чтобы вот эта картинка у меня была как бы таким украшением на фотографию. Для фотографии я подготовила вот такие вот тоже открывашки. Честно говоря, специально размер не подгоняла, но они не довольно большие, не маленькие и не стандартные, сколько я, в принципе, печатаю фотографии сама, поэтому могу регулировать размер как хочу. Ну, смотрите, фотография где-то здесь должна быть. То есть, напоминаю, основа вот эта 20 на 20. Фотография здесь ну, где-то будет 11 на 11. Может быть, 11 с половиной, 11 и 8. То есть чуть больше, чем квадрат, но в принципе квадрат. Ой. Так, значит, фотография у меня будет размещаться вот здесь вот. И поскольку фотографии я, конечно, не подготовила, все спонтанно немного, но делаем вот эту вот подложку. Я хочу, чтобы на нее заходил вот этот вот декор. Тем более, смотрите, он не очень плотный, такая как сеточка. Поэтому если, допустим, у вас какая-то тут яркая осенняя фотография, я думаю, будет смотреться очень интересно. То есть начинаем с самого простого, с того, как все выглядит уже в завершающем таком варианте. Поэтому что сейчас можно сделать? Ну, нужно, наверное, добавить каких-то небольших ярких элементов. Здесь есть риск, что вот все-таки вот эта часть такая деликатная, то по возможности больше ее приклеить сюда, а лишь небольшой вот этот выступ поставить. Прокладывать еще сюда какую-то подложку, ну, будет больше закрываться фотография. У меня такой цели нету, поэтому вот где-то вот так я ее зафиксирую, сюда расположу вот эту прелестную осеннюю картинку. Сейчас попробую добавить немножко, поддержать вот эту цветовую гамму, которая присутствует. У меня поярче веточки. Я сейчас, наверное, их затонирую. Мне нужно определиться, что именно я буду использовать. Вот это моя любимая вообще веточка. У меня вот проблемы с названиями. Сейчас пересмотрю ножи. Это очень старый ножик такой. Вот он так называется, на лугу. Если мы ее вот немножко припрячем сюда и добавим какой-то такой более круглый элемент, хотя у нас здесь как бы идея, что вот листья падают, веточки такие вниз направляются. Может, совсем круглый элемент нет. Посмотрю, что я еще тут заготовила, что можно использовать. Кстати, я отыскала еще вот такие вот высечки. Это вообще еще старшая коллекция, мне кажется. Это даже вообще... А, это эко-пейпер. Старые письма. Здесь есть с фольгированием элементы. Но я думаю, что-то можно здесь посмотреть. Она не совсем осенняя, но она хорошо ложится в эту цветовую гамму. Поэтому сейчас посмотрим, что можно здесь подобрать.
Кстати, вот есть такой красный листик. По-моему, неплохо. Вот это уже много занадто листиков. И желтый листик такой сейчас будем пересматривать. Может быть, имеет смысл, чтобы чуть-чуть защитить вот эту часть, как-то еще что-то с обратной стороны проклеить. Может быть, даже... Ну, пока пусть полежит. Если, например, будете фиксировать эту страничку здесь не на анкер, не страничку, а вот этот открывашку эту. То есть, по идее, можно ее вот здесь вот зафиксировать анкером, чтобы она не болталась туда-сюда. Но если вы планируете сделать, например, какие-то завязочки, то вот эта часть будет уже довольно проблематична из-за вот такого края фиксировать и использовать. Поэтому имеет смысл что-то небольшое проложить. Еще раз повторяюсь, не хочу закрывать полностью тут фотографию. Может быть, вот так вот вклеить как бы на эту часть. Она будет выступать как часть декора, а в ней уже делаем отверстие и соединяем с каким-то отверстием или как крепится ленточка туда. Не знаю, понятно объяснила вам? Если нет, спрашивайте, я еще раз сейчас попробую объяснить. Что-то вроде светлеет, как будто бы. Так. Из того декора, что я здесь пересматриваю, пока больше мне ничего не приглянулось. Ну, это опять листья. Кстати, вот этот цвет хорошо сюда ляжет. Но мне не хочется, наверное, такой полукруг. Хотя жду ваше предложение, что вы скажете по этому поводу, как вот вам этот элемент. Да, я хотела что-то такого вот плана добавить. Может быть, но это опять все одна и та же форма. Это самый универсальный для меня листик. Давайте я, наверное, вот с чего начну. Я пока вот это все затонирую немного, а потом буду присматривать. Это пока убираю в сторону. Ну, чем тонировать? Уже мы с вами неоднократно делали на прямых эфирах. Я думаю, вы это тоже без меня знаете. Можно использовать дистрессы. Самые такие популярные, мне кажется, это у каждого есть такого скрапера, кто увлекается. Именно вот этот винтаж фото и антик линен, лайнен. Кстати, что-то я забыла, как правильно читается. То есть вот это такой посветлее тон. Вот он хорошо будет смотреться без контраста. На какой-то светлый у меня такого кремового цвета бумага. Либо вот еще мне нравится, как в чай, когда окунаешь что-то, вот он не такой темный, как винтаж фото, но тоже такой довольно интересный вариант. И мне очень нравится, часто использую, это такой шалфей цвет. И он не совсем зеленый, но в то же время она интересно смотрится. Ну, казалось бы, зеленый, надо с зеленым. Ну, максимум вот что-то на таком использовать. Но интересно он смотрится именно на оттенках, такие как красные. Если вы добавляете в синий, будет вот очень интересно смотреться. Но я здесь попробую смиксовать и посмотреть, что будет лучше. Потому что... А, вот я еще взяла, но я вижу, что это будет очень яркий цвет для меня. Но если вы, вот говорю, часто делаете вырубку, занимаетесь штампингом, то мне кажется, вот это такой базовый набор универсальных чернил. Так, что с фокусом? И если собираетесь вложиться, то вот еще раз вам вот показываю. Ну, то, что, на мой взгляд, за годы творчество себя подтвердило. И куплены они у меня, кстати, давно. Я сразу покупала еще и заправку вот для этого чернила. Но, честно вам скажу, ему, наверное, лет... ну, 8 точно есть. А я его ни разу не дозаправляла. Нормально, не сохнет ничего. Если вы не забываете, плотно закрываете, все хорошо хранится.
Мне только кажется, что у меня вот этот антиклинин или лайнинг, что-то никак не могу вспомнить, как правильно читается. Короче, вот этот немножко подсох. И вообще я заметила такую закономерность у всех дистрессовских чернил. У них светлые оттенки довольно быстро выходят из строя. Ну как быстро? Ну для меня это года три вот. А потом они, да, подсыхают, и им нужна какая-то дозаправка. А вот все такие темные, насыщенные оттенки, они долгое время хранятся, и вот эти свои 8-летние чернила я ни разу не заправляла. Вот этот вот, не помню, может, и заправляла, а может, как-то обошлась. Вот, а вот это не буду использовать, но кто любит такие оттенки более темные, то это тоже очень хороший вариант, и я вам советую. Итак, ну, начинать лучше всегда с оттенка посветлее. Если чувствуете, что недостаточно, берете потемнее. Я, наверное, начну вот с этого шалфейного цвета. Сейчас вот вам так рассказала, окажется, что он подсох. Но его я, кстати, покупала гораздо позже уже, чем все свои первоначальные чернила. Я вот так вот храню, немножко экономлю. У меня несколько вот этих подушечек. Было у меня несколько таких ручек. Вы знаете, наверное, что они вот тут на такой штуке и приклеиваются. Так, то ли я тяну, не то. Приклеиваются за счет такой вот. Так, погодите, что там у меня тут произошло. Вот так вот, наверное. Вот такая ворсистая часть, на которую можно закрепить. Вот эти вот здесь, я вижу, теперь понимаю, что мне кто-то сорвал с какой-то другой такой ручки. Ну ладно, что поделать. Вот, она хорошо фиксируется, крепится и не спадает. И как экономить? Ну, вот я беру, ну, видите, я уже смешала, то есть у меня вот что-то фиолетовое, я их так отставляю, то есть я не покупаю для каждого чернила отдельную такую ручку и отдельную такую подушечку. Я делаю 1-2 цвета, даже 3 иногда помещаю, просто использую разные концы. И вот нахожу, что, ну, вот здесь уже зеленый с коричневым смешался. В принципе, когда оно лежит день, допустим, оно уже подсыхает, и вы, ну, в принципе, не оставляет никаких вот следов, но бывает, что, конечно, может смешаться, поэтому это учитывайте. Так, сейчас я, наверное, возьму, ну, давайте вот этот вот посветлее тон. Вот это я что-то такое красновато-персиковое использовала. Можно взять, хотя можно, раз это зеленоватый цвет, все-таки взять вот этот. Набираю немного чернил. Ну вот, видите, вот так он довольно насыщенный, но вы помните, что если растираете немного и не сильно набираете, то не будет такой сильной насыщенности, чтобы вам было видно. Давайте я, может, в руках это сделаю. То есть я немножко приглушаю края. Здесь еще зависит от картона. Вот этот картон такой немножко гладкий. На него, может быть, не совсем сильно цепляются сами чернила, потому что вот здесь, если мы сделаем, сразу будет заметно. Ну вот, видите разницу? Вот, а здесь, во-первых, и сама бумага темная, и оно приглушилось, но не сильно. Да, губками можно. Я использовала губки для мытья посуды, но знаете что? Все равно немножко не тот эффект, как ложится вот здесь. Вот, но не случайно же они все-таки их придумали. Понятно, что отчасти маркетинговый ход, и можно было использовать обычную губку. Но в целом я могу сказать, что мягче ложится. Конечно, если ничего у вас нет, и губка для посуды сойдет, которую можно, да, я тоже разрезала на части и использовала. Но если вы, вот, я говорю, пришли в скраб всерьез и надолго, то можно
себя побаловать. Вот у меня буквально две ручки, наверное, мне кажется. И вот я покупала упаковку, а сколько в упаковке? Ну, можно даже с кем-то разделить, допустим, вот 5 штук. Ну, вам хватит, ну, не знаю, надолго, на большую палитру цветов, если вы вот будете вот так по краю использовать. Вот более пористые, это, наверное, все-таки губки, и в них проваливается туда, мне кажется. А вот у меня как раз отрезано, сейчас я вам покажу. Вот. То есть тоже вот так можно нарезать, набрать. Ну, для сравнения даже, давайте вот набрать. Но вот грубее ложится цвет, смотрите. Вот здесь, где совсем зеленый, вот видно, это было губкой для посуды, а более такой мягкий, гладкий, так вот именно затонировано аккуратно, это вот сделала вот эта подушечка. Поэтому для меня эта разница очевидна, кому-то она может не так очевидна, но если можно себе на что-то потратить, то вот можно купить пару таких подушечек. Я их ни в коем случае не рекламирую, а просто вот делюсь, почему использую именно их. Поэтому вот этот вариант я для себя отвергла. Но я когда ничего нету, конечно, можно. Так, что-то я уже смотрю на время, а мы еще ничего не сделали, а только разговариваем о какой-то подготовке. Так, вот с этим попробовали, но давайте перейдем на вот этот вот цвет и посмотрим, как с ним получится. Чтобы уже не смешивать, у меня может зеленый перекрыть. Помните, я этой частью использовала. Но я смотрю, что у меня тут сине-зеленые. Ну, давайте, ладно, я заменю. Хотя вот здесь как раз мне нужно смешение цветов. И можно было не менять, но я уже сделаю по правилам. Они не пористые. Если вы вот про эти подушечки, ну вот смотрите, вроде бы поролон, но какой-то такой вот мелкой такой структуры по сравнению. Ну, понятно, что и губки такие разные бывают, но вот он такой вот как бы с более сбитый, плотный. Так, беру, набираю вот этот цвет. Ой, смотрите, как он темно здесь лег. Такое чувство, что перепутана крышка, честно говоря. Нет, здесь темнее. Ну ладно. Так, пробуем с этим. Давайте на другом каком-то элементе попробуем, чтобы было понятнее. Вот, это свежее, жирное, заправлено хорошо. И видите, что из него получилось? Когда он подсохший, такого нету. Вот как убрать? Кстати, может убрать как стирочкой вот это что-то, либо брать и замазывать вот этой чистой частью еще. Понятное дело, что вы как краску не сотрете, но, по крайней мере, как бы сгладите эффект такого яркого. Честно говоря, не ожидала, что он будет с каким-то зеленоватым. Это, мне кажется, у меня как будто перепутано. Мне кажется, раньше он был другой. Но, может, я уже давно не использовала, забыла. И вот он, мне кажется, был у меня подсохший. Может, я заменила. Ну, в общем, аккуратно с этим цветом. Он вот кажется, что он такой бледно-бледно-серый. Даже по сравнению с этим вот такой вот. Но да, его нужно очень-очень аккуратно. И даже, наверное, вот так слегонца проходиться. Ну, для моего декора возможен такой вариант. Но если бы я что-то делала, и мне нужно было совсем чуть-чуть приглушить, это было бы, конечно, очень интенсивно. Я думаю, что вот давайте я вот на этом варианте покажу. Ну вот. Кстати, когда не на поверхности, а на весу, то меньше забирается чернил, получается более аккуратно. Ну вот как-то так. Вот немножко приглушили. Можно добавить еще какого-то цвета. Я думаю, что я добавлю, наверное, даже вот этот темноватый, но вот так немножко наберу. И вот даже не растирая, а просто вот так прихлопываю.
тоже получается, смотрите, вот такой эффект. Так, застряли на чернилах, уже и 40 минут прошло эфира. Все, с большего подготовили себе фронт работы. Так, где я работала, с каким? А, вот, я отложила сюда. Значит, смотрим, что теперь сюда ляжет лучше. Вот, кстати, смотрите, вот вообще под картинку вот эту очень хорошо попали в тон. Может, даже ее как-то надо и использовать. Если не для этой странички, то для соседней. Так, я буду ее фиксировать вот так. Пусть у меня выступает вот эта часть. Так, где тут я что тонировала и куда положила? Вот оно все. Я помню, собиралась использовать вот эту красную веточку. Вот так ее под низ. Вот так вот, наверное, опустим. Можно, кстати, подрезать, если что, или поменять угол, чтобы она не такой длинной была. Ну, на этом сольется. Красного уже очень много. Что можно еще подобрать сюда? Зеленый не хочу. Какой зеленый может быть? Жалко, что я не подготовила, но сюда, наверное, возможно, было бы неплохо использовать какой-то кленовый лист, но не люблю такие вот перекрестные композиции одного и того же элемента или формы, поэтому буду, наверное, останавливаться вот на чем-то таком. Мне не хватает, вот хочется какой-то подложечки небольшой, может быть, но она немножко не в тон. Может, ее тоже можно приглушить. Сейчас посмотрим. Как на ваш взгляд, вот с этой подложечкой лучше, более объемно, мне кажется, становится, потому что так сливается все. Но ей бы чуть-чуть изменить цвет. Кстати, вот эта более такая приглушенная, наверное, сейчас ее попробуем. Надо только срезать вот это слово documented. Иначе, ах, оно не видно. Вот, смотрите, я, наверное, оставлю вот это вот. Даже вот эта такая грязь немножко, которая здесь как будто бы выглядывает, она играет на руку. Вот, как-то так. Это я подложу, наверное, сюда. Это подложу, может, даже внахлёст. Ну вот, как-то так пока буду оставлять. Что думаете насчет этого варианта? Нравится вам, нет, или надо что-то поменять, убавить, добавить? Мне не хватает вот какой-то полосочки. Вот здесь хочется. Сейчас посмотрим. Чтобы эта скрепочка была видна. Ну, смотрите, вот так, мне кажется, лучше чуть-чуть. Может быть, тоже сейчас приглушу этот элемент. И оставлю. Ой, да что я все задеваю, эта камера. Оставлю, может быть, вот таким образом. Да, я, наверное, так и поступлю. Я возьму вот так ее немного приглушу. Вот смотрите, я меняю немножко угол наклона. Даже саму, на ручке именно удобно это делать. И уже иначе ложится вот эта тонировка. То есть даже вот с этим можно играть. В этом плане вот такие ручки, подушечки мне нравятся. Вот. Я думаю, что я вот это вот сюда... Ну, можно, кстати, было переборщить и сделать так, что вот эта бумажка бы слилась с фоновой бумажкой. Здесь она не слилась, мы выделили, обозначили как бы немножко границу. Вот, я думаю, что вот эту часть я оставлю так. От вас пока не услышала советов, согласия, не согласия, но думаю каким-то образом. И пока я не открываю ту часть,
потому что я хочу посмотреть, как в закрытом как бы состоянии будет смотреться эта страничка. Поэтому сразу начинаю к ней подбирать какой-то. Кстати, а если мы используем вот это вот, так не будет видно. Еще такие наслоения. Так, ну тут у меня горошек с горошком. Не знаю, видно вам или нет, но здесь вот есть белый горошек. Это немножко спорящие друг с дружкой элементы. Поэтому это я уберу. И, наверное, можно было бы что-то вот отсюда отрезать. Но это слишком совсем повторяет. Значит, все-таки придется воспользоваться небольшим обрезком. А вот я, кстати, у меня есть. Не буду резать ту коллекцию, как вам говорила. Беру из того, что у меня уже есть в обрезках. У меня есть вот такой красивый, почти деревянный фон, но такой приглушенный. Я думаю, что я использую его кусочек вот где-то здесь. Даже вот это, наверное, более темной частью. Поэтому, так, ну у меня фотография там где-то вот такого размера. Я уже подготовила две такие подложки, чтобы у меня выступало с двух сторон. Ну, допустим, где-то вот так отрежем. А там, если что, потом будем подрезать. Убираю вот эту часть. Смотрим. Так, наверное, совсем большой элемент. Мне важно не закрыть этот листик. Поэтому сдвигаю вот так туда. Уже у меня уперлась моя бумага в этот край. Сейчас придерживая все, попробую открыть, проверить. Да, это великовато. Даже вот столько не надо, чтобы с двух сторон выходило. Где-то вот тут отрезаем. Ну вот, как вам такой вариант? Вот теперь мне казалось, что сюда надо темнее, а теперь хочется наоборот, более светлой частью. Посмотрим, что если вот так сделать. Даже вот так, наверное, лучше. И смотрим, что здесь. Вот, в принципе, да. Вот такой вариант меня устроит. Я ее, наверное, даже сейчас тут зафиксирую, потому что если я что-то и буду добавлять, я буду добавлять вот под эту часть, а не вот под эту. Поэтому могу смело подклеить. Или все-таки вот этой частью. Или даже хотелось бы. Нет. Ну, давайте вот таким образом. Сейчас ее сразу зафиксирую. Какая-то у меня сегодня совсем неразговорчивая публика собралась. Вы все внимательно наблюдаете? Или вам просто не хочется сегодня пообщаться? Так, вот так. Помним, что вот этот листик не хотелось закрывать. Вот таким образом. Я решила все-таки темной частью оставить. Давайте вот так вам поближе покажу. Это коллекция. Так, куда я делаю этот лист? Это коллекция Craft Paper. Вот «Золотая осень». Если я не ошибаюсь, она прошлогодняя. Вы знаете, что в этом году в связи с коронавирусом Craft Paper немножко чуть позже будет релиз. Вроде, да, это коллекция прошлого года. Но я сюда сейчас добавляла вот эту вот часть. Ой, вот эту часть, это не из этой коллекции, это вообще у меня обрезок. Great Paper, очень старая коллекция, конфетти, по-моему, как-то так она называется.
А сама, да, осенняя коллекция очень шикарная. Я потом даже, наверное, буду все-таки вырезать элементы, но уже на другой альбом. Вот смотрите, очень красивые элементы. Мне особенно нравятся вот эти цветы шиповника. Вот эти цветы, опять шиповник, и рябина, и вот это, наверное, георгины. Листики такие очень. Вроде осенние, но не стандартные, как мы привыкли, просто листья, грибы. Была еще одна в прошлом году коллекция, что-то с лесом связано. Она такая вот привычная для нашего понимания лесная, а здесь вот именно тема шиповника, георгин, ну, я редко встречала. Поэтому обратите на нее внимание, вот так она еще раз выглядит. Нужно проверить на сайте Art Hobby, есть ли она, либо в других магазинах можете посмотреть тогда. Так, что дальше здесь? Ну, надо вот что-то с этой частью еще решить, что сюда можно добавить. И, в принципе, я должна склеить буду и потом посмотреть уже, как мне, что можно будет и нужно ли будет добавлять в этот разворот. И напоминаю вам, что мы планировали сделать так, чтобы все поместилось. Вот такой разворот альбома про осень с такими открывашками. На каждой из открывашек будет вот такая картинка. Вот эту картинку я, наверное, буду здесь размещать. Я уже не буду заострять внимание конкретно на вот этой страничке. Немножко начну здесь, потому что осталось совсем мало времени, пока Инстаграм не выкинул меня из эфира. Значит, там для подложки я использовала нож, филейная сетка, а здесь попробую немножко обыграть вот этот вот батист. Я не хочу полностью вот такую часть, она будет темноватая. Я, наверное, сделаю такую вот штуку. Я сейчас разрежу пополам, насколько это возможно ровно. Вот этот элемент, это фоновый нож Экопейпер, называется батист. Вот, да, ровная половинка получилась. И смотрите, наверное, вот так ее подставлю. Вот у меня как раз здесь будет она выходить немного за выступ этой раскладушечки. Сюда добавлю. Но опять же смотрю, что у меня здесь. То есть вот эта композиция чуть выше ушла, а эта композиция пойдет чуть ниже. Вот здесь буду фиксировать. Так, сразу приложу будущую подложку для фотографий. Наверное, тоже ее оставлю вот в таком положении. Или посмотрим, насколько она закроет мне вот этот вязалец здесь. Может, ее имеет смысл вот так проложить. Да, наверное, я вот эту раскладушечку вот так проложу. А здесь она при открывании будет. Ну да, вот можно здесь еще сделать подложку такую. Наверное, так и сделаю. Таким вот образом. Ну, вот этот элемент мне кажется темноватый. Да, и у меня это даже не крафт картон, а непосредственно какой-то коричневый такой картсток. И я, наверное, немножко его местами затонирую, но не для того, чтобы он стал темнее, а просто чтобы он был неоднородного такого цвета. Снова поменяю свои эти подушечки. Хотя можно и вручную. Ну вот, что-то такое сделаю. Вот сюда, кстати, можно что-то красного-оранжевого добавить. Будет красиво поддерживать вот этот вот лиственный ковер с этой части. Здесь можно вот тогда уже добавить и что-то круглое, но здесь у нас, смотрите, может быть
О, привет, Оля. Может быть, вот такой немножко внахлёст поиграть тогда с высотой. То есть, если здесь картинка выше, эта картинка пошла ниже, а здесь тогда наоборот, вот этот элемент пойдет чуть выше. Я его тоже сейчас затонирую. Цветом шалфея, наверное, пройдусь. И вот этим дедай чайным таким цветом. Затонирую вот этот красный, немного приглушу. И тогда здесь буду строить композицию. Просто смотрю на время, остается 5 минут. Добавлю каких-то листиков. Не буду перегружать, но поддержу вот эти два элемента. Так, вот этот нож, сейчас вам скажу, как называется. Где коробочку от него? Это тоже уже древний такой релиз немного. Сухоцвет гортензии. Кстати, совсем бы не подумала, что это гортензия. Мне он всегда казался чем-то другим. Но это, да, именно гортензия. Удивительно. Много лет его использовала и просто казался он мне таким скелетированным каким-то цветочком. А оказалось, что это гортензия. Так. Ну вот таким образом. И вы помните, что я брала высечки для тех, кто присоединился сейчас и пропустил высечки из коллекции тоже старой. Это paper, старые письма. Я думаю, что какие-то листики я сейчас попробую подсунуть. Ну, все-таки зеленого мне тут не хватает. И тоже его можно приглушить. Ну, для меня спорят два таких круглой формы элемента. Сейчас буду думать, что с этим делать. И добавить какую-то небольшую маленькую отложечку. А если вот этот листик взять? Да, может быть, вот так. И небольшой зеленый элемент сейчас буду искать из того, что приготовила. Или потом сделаю наподобие вот такого листика и такого цвета, как я использовала для вот этой части своей. Так, ребята, я вижу, что мне нужно завершаться, чтобы успеть сохранить эфир. Спасибо всем, кто был со мной. Следите, как я доделаю, потом выложу все-таки этот разворот. Мы сегодня заострили внимание больше на чернилах дистрессовых и как тонировать вырубку и можно ли тонировать бумагу. Кстати, вот я вам сказала, что здесь я затонировала. А можно, кстати, взять и что-то светлое и красноватое, да? Я вот здесь еще пройдусь такими оттенками, чтобы поддержать вот этот оранжевый оттенок этой листвы. Следующий эфир, не помню, когда он у меня там стоит в сетке расписания, когда будет, будем делать, наверное, следующий разворот, но я вам покажу, как я завершила этот. Этот у нас осенний, предыдущий был весенний, проскочили мы летний, но будем уже делать зимний. Может быть, нас Craft Paper порадует зимними коллекциями, тогда поработаем с ними, либо сделаем из каких-то стареньких коллекций. Все, всем спасибо большое. Надеюсь, что вам понравилось. И наслаждайтесь красивой, прекрасной осенью. Не забывайте творить. Всего хорошего. Всем пока-пока.